В одной московской легендарной школе номер 59 по Староконюшному переулку 20, бывшей Медняковской гимназии, выпускниками которой стали актер Плят, писатель-фантаст Булычев, основатель Билайна Зимин, философ и культуролог Померанц и даже основатель диссидентского движения Буковский, однажды случилась удивительная педагогическая история. Сеньорина! Сеньорина! Если ты сумасшедший, клиника рядом. Я не сумасшедший. Я новый учитель. Черт побери. Они опять прислали мальчишку, когда мне нужен укротитель. О, мама мия! О, Дио! Аюта квесто поверино! Ти фарано а пеци! Элоре! Ладно, пойдете в третий класс на урок грамматики. А я в десятом проведу урок географии. Тут-то! Соне и вери демони армати кона капо гвари. Амичерато. Ricorda bene, Kvereski, da questa parte. Mi sembra che fanno alzare le barricate. По-моему, они строят баррикады. Raggio, amico mio, alla fine tutti noi siamo mortali. Мужайтесь. Purtroppo deve dare delle anziane. В конце концов, все мы смертны. Dio vi aiuti. Бонжорно, бамбини. Здравствуйте, дети. Соно ль востро ново маэстро. Я ваш новый учитель. Гуэрески? Гуэрески. Потрести кольпиры джусту куэста фурбакьона. Ты бы мог попасть в эту бестию? Коми фару ну старнуто. Раз плюнуть. Гуэрески. Гуэрески. Дамми ла фромбола. Дай сюда рогатку. La frombola di Guareschi. Рогатка Гверески. Rimane a me. Останется у меня. E vi prego tutti quanti di consegnare. И прошу всех сдать оружие. Guareschi alla lavagna. Гверески к доске. Coniuga il verbo. Спрягай глагол стрелять.
Я стреляю. Ты стреляешь. Он стреляет. Они, Гверески. К черту. Я ухожу. Будь проклята эта школа. Он жив? Однако...